Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что 400 ребят, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получили подарки от членов правительства, сенаторов, депутатов Госдумы и парламента республики. В числе участников всероссийской акции «Елка желаний», которая прошла в Карачаево Черкесии, были ребята из школы-интерната, детских домов, социально-реабилитационных центров, детки погибших сотрудников республиканского МВД, пограничников, участников СВО и из подшефного Старобельского района. Накануне подарки вручили воспитанникам социальных учреждений республики, и сотни детских улыбок заискрили счастьем и радостью. Пусть так будет всегда, и пусть наступающий 24-й год будет для наших детей по-настоящему добрым и радостным. А каждый ребенок растет в заботе и любви, будет здоровым и счастливым, отметил Рашид Тимрезов.